Подводим итоги матча «Скиф-Невский». Победа «Лазурный» со счетом 5-1. Роман Борисенко, Андрей Мельников. Роман, сегодня как-то неважно со сбором. Всего одна замена. То есть повели 2-0. Не посещали мысли, что можете не додержать? Да, честно говоря, игра как-то легко давалась. Я даже не знаю, почему там. Может, соперник позволял сегодня, не знаю. Мы вообще мертвые пришли, там на одной ноге играли. Не знаю, как так получилось. Ну, реально, это, наверное, ну, не в обиду сопернику. Наверное, самая простая игра вообще за весь, как бы, первый круг. Не знаю, как-то так легко. Мы не забили еще, там, не знаю, ну, с пяток, наверное, моментов. А Димка там, ну, так, чтобы реально поработал, там, ну, раза три он там со штрафных там каких-то отбивал. Ну, не было вообще опасных моментов у наших ворот. Не знаю, может, у них кто-то не доехал из хороших там, и, которые делают игру. Не знаю, наверное, поэтому. Ну, когда счет стал 2-1, все не ёкнуло? Да нет, у нас моментов-то возникали. Я реально был спокоен, как бы. Я там пешком стоял во втором тайме, даже никуда не опускался назад и не менялся. Там одна замена была, я же мог спокойно поменяться. Почему сегодня такой сбор? Ну, я даже не знаю, но так бывает еще. Кто-то не доехал, кто-то плюсик поставил, не приехал. Нормальная ситуация, что. Вчера же суббота была. Ясно. Тяжело приехал. Вот. Пользуясь случаем, хочу поздравить у нашего игрока, у Игорюхи Смирнова. Вчера день рождения было. Вот. Поэтому он не доехал. Я доехал. Мне тяжело было, а ему легче. Он поправляет здоровье. Я сейчас поеду. Помогу ему. Вот. Понятно. Андрей, после прошлого матча с Рабоной, да, казалось, что Невский нашел свою игру и сейчас будет набирать очки, ну, по крайней мере, в последнем матче наберет очки. А почему сегодня проиграли? Ну, я не знаю, мы, наверное, с Романом разные игры смотрели, да? Потому что в первом тайме у ребят, по сути, там три момента, два мяча. Такие тоже дурные, там, что первый, в принципе, что второй. А во втором тайме, в принципе, до третьего мяча мы абсолютно спокойно контролировали игру, да? Там забили первый, могли забить и второй. Я думаю, если бы забили второй, мы бы уже ребят не отпустили. Но дальше непонятно, просто побежали вперед, да, и когда третий уже пропустили, там рассыпались уже окончательно. Вот, но так, чтобы там у ребят какое-то было обилие моментов, что там я особо, по сути, был без работы, там никаких особых трудностей мне не доставило. Ну, рассыпались, да, получили свою пятерку опять, заслуженно, наверное. Ну, с прошлым матчем КС удалось на концовку собраться, да, горели 2-0, выиграли 4-2, сегодня состав вроде такой был боевой. Чего не хватило? Ну, не хватило Рабоны, наверное, потому что как, нас не было 50 минут, да, на поле, а Рабона, походу, второй год подряд не приезжает. В прошлом году с Самсоновым получили, в этом году получили без Самсонова. Ну, не суть, ну, ребята просто не подъехали, наверное. Ну, не хватило, наверное, просто-напросто собраться и довести до логического завершения игру. Я не считаю какой-то провал сегодня, там, третий, там, четвертый мяч вообще даже говорить не хочу, я уже все, что хотел сказать, я сказал. Да просто не хватило собраться, будем дальше работать, все нормально будет, за второй круг вытащим все, что нужно. Ром, давай подведем итоги первого круга, дебютного для вас в Премьер-лиге, доволен? Слушай, ну, скажу честно, объективно, как бы, ну, слабовато мы для Премьер-лиги, вот. Как бы не громко это звучало. Сначала я думал, что будет все получше, но здесь как-то немножко по-другому. Скорости другие, как бы, и ребята, ну, мы как-то больше любим в футбол играть, там, в какой-никакой, там, знаешь, там, а здесь все в ноги летят, там, не знаю, ну, там, блядь, шипами, там, я не знаю, там, суперлигу я вообще, мне неинтересно смотреть, там, кто кого перебьет, ну, как бы, я не знаю, там, мне кажется, даже в российской премьер-лиге так не играют, в этой там слабенькой лиге. Вот. Ну, откровенно говоря, ну, мы, наверное, пару, там, тройку очков не досчитались, там, обидных пару матчей было, вот, которые, где мы упустили, скажем так, свое. Ну, так, наверное, ну, блин, мы, условно говоря, пока идем на своем пределе, получается. Надеюсь, что-то изменится, хотя не знаю, за счет чего изменится. Может быть, мы там форму таки наберем, может, Димка Груздев начнет забивать, как в прошлом году. Что-то совсем он, блин, не хочет, у него мяч не идет. Не знаю, блин. Ну, короче, откровенно говоря, ну,
что набрали, сколько набрали. Не знаю, надеюсь, во втором круге будет получше. Может, сыграемся немножко с этим, с нашими, там, скажем так, пополнением. Потому что, по сути, ну так, чтобы вот тот самый Скиф, который был всю жизнь Скиф, то есть он реально года два назад так очень сильно поредел там, и осталось там за основу человек 5, которые регулярно играют. Вот. Остальные там свежие, новенькие, надо, чтобы они, скажем, окончательно влились в команду. Надеюсь, за зимний период войдется, и во втором круге мы там кому-нибудь должки вернем, скажем так, и что-нибудь там сверху наберем. Может быть, там, потому что довольно-таки плотно все там. Ну, условно, если бы мы там с Деспирадосом не проиграли, мы бы сейчас были намного выше. Там на последней минуте от Ангелора бы не пустили. Ну, хотя там это их была игра, откровенно, они лучше нас играли. Но по моменту, ну, скажем так, пропустив на 60-й минуте, как бы потеряв очки, то есть было бы сейчас, ну, там, условно, там даже плюс 4, там, но мы были бы уже очень близко к тройке. Вот, поэтому, ну, довольно-таки ровно там, да, есть там пару команд, которые высоко идут. Вот, хотя даже с той волной, я помню первую игру, то есть мы не хуже играли абсолютно там. Вот, там, по Юпитеру, ну, я не знаю, я прям уверен, что мы с ними хорошо сыграем во втором круге, потому что просто в первом, ну, реально сложно играть, когда у тебя просто 8 человек, из них там, ну, все больные. Вот, сейчас заживемся немножко, все будет хорошо. Ты вообще какое тогда видишь будущее команды? Ты говоришь, что тут так тяжело вам играть этим составом. Обновляться, обновлять Скиф, чтобы там, вы же команда амбициозная, чтобы бороться. Тут тоже за медали, или все-таки опускаться ниже и уже играть в удовольствие? Слушай, ну, на самом деле, перед сезоном мы же поговорили, что, ребят, пойдем, не пойдем, конечно, пойдем, потому что, как бы, ну, блин, если мы будем, условно говоря, опускаться ниже, то, ну, можно сразу там с гвоздем приходить и заканчивать. Нет, мы будем, сегодня показательный момент у нас, перед нами игра была. Мужичок играл, блин, 58 лет, елки-палки, против нас, блин, 2 гола нам забил, красавчик, так что мы пока еще не сдадимся, вот, так что такие дела, мы будем. Понятно. Андрей, ну я думаю, что итог первого круга для Невского, к сожалению, отрицательный. Год назад, да, закончили верхние половины таблицы, давай какие-то итоги общие подведем. Болезнь роста. У меня только такая ассоциация. Не знаю, ну, катастрофа. Будем работать, межсезонье есть. Заявились на зимнее. Ну, будем делать какие-то выводы и как-то двигаться вперед. Все.